Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Ратлин внешне напоминают небольшую рыбку с узким телом, которая сплюснута с боков. На спинной стороне приманки находится петля для крепления лески. Окуневые ратлины прекрасно работают при ловле как в закоряженных местах, так и на открытых водных пространствах. Обычно ловится средний или крупный окунь. Ратлины отличаются своей рабочей глубиной. Имеются ратлины глубоководного типа и мелководного типа. Помимо всего прочего, ратлины делятся по своей плавучести. Имеются быстротонущие модели, либо плавающие приманки. Для вылавливания зимних окуней подойдут зимние ратлины 6-9 мм по длине. При этом многие рыбаки с опытом отмечают, что для ловли зимнего окуня более подходят модели ратлинов бесшумного характера. Наиболее хорошо работают по зимнему окуню модели, имеющие серебристые цветовые оттенки. Процесс ужения на ратлины отличен от рыбалки при помощи балансиров и ловли окуня зимой на блесны. Конечно же, присутствуют все те же приемы, такие как подбрасывание приманки, опускание, паузы, и при этом многие рыбаки отмечают тот факт, что больше всего поклевок зимнего окуня наблюдается именно на паузах. Окунь может быть капризным и в некоторых случаях помогает расшевелить его игра агрессивного характера, в других же случаях поможет игра размеренного или плавного типа. В некоторых случаях весьма эффективно будут приманивать зимнего окуня мелкие подрагивания ратлином при игре. Некоторые рыболовы монтируют крючком бусинки либо кембрики цветного характера, чтобы еще более эффективнее приманивать полосатого хищника. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!